Дорогие ямальцы, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий 2020 был для всех нас непростым. Но он еще раз доказал, что любые трудности – это испытание нашей силы. Особые слова благодарности тем, кто оказался на передовой. Всем нашим медицинским работникам и волонтерам. Спасибо за ваш бесценный труд. Историю Ямала всегда создавали сильные, сплоченные и трудолюбивые люди. Так, почти полвека назад, в этот праздничный день 31 декабря, открыли новое месторождение в Куровском районе. Его так и назвали – Новогоднее. Благодаря таким людям наш Ямал продолжает развиваться, несмотря ни на что. В этом году мы запустили движение по Куровскому мосту, открыли постоянный проезд по дороге на Дым-Салихард. В самое ближайшее время в 22 новых детских садика пойдут маленькие ямальцы. В 2021 мы продолжим все наши программы по обновлению дорог, благоустройству, развитию медицины, образования и строительству жилья. Дорогие земляки, пусть наступающий год для каждого из вас станет годом позитивных перемен. Желаю вам в новом году счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. С наступающим Новым годом! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами. Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже повзрослевшие. Это наши друзья и коллеги,
бескорыстной помощи общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также неустанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья!